Всем привет! С вами я, Вики Ви. Сегодня мы будем делать слайм. Я буду делать слайм из двух цветов. Получится, надеюсь, очень красивый. В прошлый раз мы делали разноцветный слайм радугу из четырех цветов. А сейчас я уже открыла клей. Я его сейчас залью. Алина ПВА, вот такой клей. Не нашла я момент столяр. Ну, как всегда, короче. Я буду делать два цвета, поэтому побольше так налью. Поэтому, ой, тут уже все, короче, выливаем весь. Давай, выливайся. Выливается. Блин, все хватает. Получил. Ну, все. Так, сейчас уберем его в стороночку. Все. Так, теперь... Вообще, этот клей сам по себе такой густой и жидкий. Я боялась первый раз, что он не получится и будет жидкий. Но нет, получился же. Теперь добавим, что добавим? Пенку для бритья. У меня вот такая, в прошлый раз я ее использовала. Называется она пена визит. Визит переводится типа посещать, пробовать, не знаю. И добавим. Не, какая же. Тут не добавляется. Хочу побольше такой большой слайм сделать. И у меня опять огроменный слайм получается. Ну, как всегда, понимаете. Нежданчик называется. Сейчас перемешаем это все тщательно. Ну, вот, почти уже перемешали. Не знаю, наверное, столько будет, хватит пенки. Или нет. Не знаю. Вроде бы уже хватает. Здесь такая воздушная масса получилась. Очень воздушная. И даже без крема она кремовая уже. Немного сгущенная из-за пенки. Такая красивая масса. У меня бороксы есть. Я буду загущать сегодня бороксы. Чуть-чуть добавить? Нет. Чуть-чуть крема. Все, совсем чуть-чуть. Не люблю, когда в слаймах очень много крема. Это он начинает липнуть. Тем более у меня очень жирный крем. Все, хватает. Теперь окрасим его или добавим шампунь. Нет, добавим вот такого шампуня Бель. Все. Перемешаем. Обычно перемешивают все не сразу, но я на всякий случай вдруг загустею. Перемешиваю все сразу. Все. Теперь окрашу. Сначала буду... Так, а его уже надо разделить. А, нет, сначала нужно загуститель, потом окрашивать и делить. У меня очень сильный сейчас активатор. Я много борокса туда добавила. Но, не знаю. Загущаю я его, и он загущается. Ну, это уже проверено. Почему бы и нет, он не должен загущаться. Это же активатор. Начинаем загущаться, схватываться, как всегда, тянуться. Хотя нет, не тянется что-то. Надеюсь, что он тянется. Тянуться будет хорошо. Котя. Так. Нормально так схватывается, но мне не нравится, что он не тянется. Может быть, что-то не то добавила туда, много пены или что-то еще. Блин, уже что-то. Думаю, что, может быть, не получится этот слайм у меня. Хотя, чтобы не получился, всегда получится. Еще немного загустителя добавила.
чтобы он нормально свернулся, а то он по комочкам там сворачивается. Мне это не нравится. Он пока еще не отлипает от мисочки, но уже загущенный. Нужно, кажется, еще ложечку добавить, чтобы уже начал отлипать хотя бы от мисочки. Блин. Ой, это долго так бесит. Ну вот. Сейчас хоть... Нет, сейчас не получше тянется. Давайте еще немного загустителя добавим. Вот так вот. Потом я его разделю на две части, вот в эту миску и вот в эту. Я крашу одну часть в желтую, одну в оранжевую. Потом их соединю в одну миску. И... Блин, чешется. И потом уже смешаю. Красиво будет. Прям как тогда четыре цвета вместе. Да ты издеваешься, почему ты не сворачиваешься, чувак? Ну да, как и на тут, я потратила очень-очень много загустителя. Невозможно. Да. Поэтому большие слаймы делать не так-то и просто. Что они большие, да. О, да. Так, все, не отвлекаемся. Еще жидкий, поэтому нужно еще загустителя. Да. Боюсь переборщить. Боюсь. Ну, не переборщи, не переживайте. Ну, уже, знаете, отлипает чуть-чуть от миски. Но еще белая миска, потому что еще не отлипает хорошо прям. Ну, вот вы сами, да, видите, уже тянется. Потом покажу результат. Немного еще добавлю. Ну, тогда он сначала не сворачивался. А знаете почему? Потому что я мало бурок сосыпнула в воду. И поэтому. Но сейчас я нормально сыпнула, и он сворачивается быстро. Так. Так, этого даже не хватает. Вот такой большой комок. Пам. Пам. Па-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да он издевается. Он очень нормально загущается, но очень долго. Когда он будет уже отлипать? Ну, у меня в прошлый раз он отлипал, когда я прям перелила загуститель. Прям почти весь вылила, и он начал уже отлипать от стенки. Но сейчас я так не хочу делать, потому что сейчас я много залил. Он не будет уже нормально. Если что, у меня здесь есть сода, если будет липнуть к рукам. Да. Ну, блин, я свинья. Ну, что поделаешь, это же слайм, его надо вынесить. Контейнер у меня есть, кстати. А то раньше я была необразованная, делала слайм, а потом такая, упс, а я контейнер не подготовила. Надо это заранее подготавливать. Я... О, да, уже отлипает, ребята. Уже нравится мне это, что отлипает. На стол я пока не буду. Прилипнет, и все. Нет, что-то липнет. Давайте я добавлю много соды и сюда. Вот, сода всегда спасает и помогает. Кто-то говорит то, что из-за соды уже испаряется пенка, и он уже не такой пушистый. Но это неправда. Вот я добавляю соду, экспериментирую, у меня он остается такой же пушистый. Положу его обратно. Так. Блин, еще немного липнет. Давайте соду добавим. Сода, сода, друг мой. Лопатка. Все, лопатку, мне кажется, уже... Не нужна она. Упс.